подготовка идет полным ходом. Я хочу вам рассказать одну историю. Завтра все без глаз, блядь. Мы по ночам не спим, когда нам хочется спать, и мы начинаем. Баскетбол! Во всем мире коронавирус. Мы приехали поиграть в баскетбол с пацанами. И через полчаса мы уже все сдохли. У нас сегодня фотосессия очень важная. Вложили очень много денег. Актеры, постановщики. И мы начинаем. Джон лично недоволен. Как жалко, что эту половину вырежу. Я вам включу новый трек. Мы находимся на репетиции. Кстати, да, у тебя ждем. Не знаю, как будем снимать. Вот так отдыхаем на шашлыках. Сегодня мы отправляемся в Ставрополь. Начинается тур Рава! Десяточка. У нас закончился концерт! Как ты снимаешь? Да я не снимаю. Что это было? Так, вот так надо снимать, что ли? Всем, кто смотрел этот... как это называется? Этот влог. Кроссы май! Кроссы просто... вот так просто... Не здесь, брат. Нет, нормально. Нет, там смотрю, вот сюда. Вот так. Итак, отправляемся на студию. Пойдем творить. На улице был снег. Я вижу луну. Погнали на студию. Я не могу включить свет на студии, потому что теряется атмосфера. А снимать в темноте, как по предыдущему блогу, лучше не стоит. Я буду показывать, когда уже будет что-то более-менее готово. Когда буду писать текст, например, или мелодию, или записываться, или то, что будет получаться. Короче, на связи. Подготовка идет полным ходом. Эта битва будет называться «Битва поколений». Все, давайте сделаем плакат. Вы можете взять это на себя, мы пока на студии работаем. Блин, я сейчас упаду. Все. Машину будем использовать как барьер. Так, смотрите, это щиты. Вот там вот самый эффективный щит. Скамейка перевернутая. Давай, короче, выкатим тачку вот сюда. Я предлагаю 911 лучше. Да, там все готовится к полночной битве, брат. Ждем от тебя крутого битоса. Я сейчас залетаю сразу с хитовым припевом. Отгружаем сразу на iTunes и идем стрелять. Смотри, смотри. Итак, здесь у нас пады. Здесь у нас фано. Здесь у нас клавиатура, мышка, подушки, микрофон, звуковая карта. Два монитора и, внимание, волшебная палочка Гарри Поттера. Итак, время уже не знаю сколько, ничего толкового не придумали. О, а здесь в это время плов приготовил. Попробуй. Собака Павлова. Я сейчас вам дам рецепты плова. Мало приправ. А, там же чё? Капур! Патроны! Мне ключи! Капур! Fucking nerd face! Ты чё, камеру убрал? В общем, эта битва не закончится, я чувствую, в ближайший месяц. Ну, завтра все без глаз, блядь. Сними? Да, брат. Теперь мне нужно повязку надеть, понял? Как Карл Фьюри, блядь. Так, дорогие друзья, всем привет. Так как сегодня пятница, у нас начинается туса. И бой в этом маленьком зале. Малый Пау взрослел. Включается свет. Это вот этот свет, вот так. Я хочу вам рассказать одну историю. Был час ночи, и три друга поехали в супермаркет. Мы приехали сейчас на заправку. Вкусняшки и картриджи. Что ты сказал? Тук-тук-тук, это Серго. Привет. Опасно в такое время пить Red Bull? Если бы ты пил еще больше Red Bull, еще было бы больше крутых песен? Было бы больше... Понятно. Мы по ночам не спим, дорогие друзья, и пишем музыку. Когда нам хочется спать, мы пьем Red Bull, сон исчезает, и мы начинаем дальше творить. Да? Для личного архива. Нет, пока нет. Типа все сразу понял. Типа спокойно, извините. Че, дорогие друзья? Баскетбол! Поружишься, смотри. Куда, куда? Мы, короче, сошли с ума дома и решили, что мы приедем поиграть. Ой-ой-ой, ой-ой-ой!
Йоу, всем привет, с вами Никита Пучев, Пакерэнда. Сегодня мы будем играть в баскетбол. Я умею закидывать кольца, потому что я постоянно работаю с яйцами. Я знаю, как обращаться с круглыми предметами. Итак, чтобы Андро пропотел, он сегодня придет на... Кабан такой, ее сбить просто, я сам упал. Туман показывает чудеса. Во всем мире коронавирус, везде все закрыто. Пока есть возможность, мы приехали поиграть в баскетбол с пацанами. Мы этого не делали очень давно, и через полчаса мы уже все сдохли. Кайфуем, ёпта. Андро, дай пас настоящему нигеру, блядь. Дай пас, бро. Ник! Чего? Доброе утро, ребят. Что происходит дома? Самый чистый дом. Кальян готов. Сейчас. И смотрите, что происходит у нас во дворе. Грязно, 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 грязно. Еще раз грязно. Грязно, 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 грязно. Сейчас я покажу вам студию, которую мы соорудили. Ой, вот, пожалуйста. Итак, друзья, всем привет. У нас сегодня фотосессия очень важная. Вложили очень много денег. Сейчас я вам покажу, как это происходит. У нас специально привезенный гранит из Узбекистана. Стенка, которая вот сейчас за мной привезена из Саудовской Аравии. Это самая-самая лучшая ткань, да. В принципе, все актеры, постановщики, все готовы. Наш фотограф разбирается со своими ассистентами. Все готово к съемкам, и мы начинаем. Вот так. Мы готовим фотосессию для того, чтобы вы видели нормальные фотки в Инстаграме для афиш. Все, мы это делаем ради вас. Что сейчас будем делать? Фоткаться. С ним. Привет. Стилист, конечно, сегодня что-то прям прогадал с моей прической. Вообще непонятно, что на моей голове. У нас нет возможности поехать на студию. Мы просто фоткаемся на улице. Раскованнее, Джон. Ой. Помидорки. Со мной закончили, да? Все, спасибо. Что с прической твой, брат? Стилист не приехал. Итак, у нас сейчас еще один артист Rava Music подъехал. Он порвал на себе все вещи, которые были в доме для этой фотосессии. Тебе надо такие студийные. Джон вечно недоволен. Давай, да нормально, нормально, брат. Они обработают. Ты смотришь необработанное. Всем привет. Сегодня мы едем на квадроциклах кататься. В самую что ни на есть грязь. Испытывать свои байки. Смотрите, мы сами разрисовали кросы. Полностью стиль. This is style. Единственное, что мне не нравится в этой машине, это то, что когда ты подходишь к ней, бесключевой доступ практически не работает. Ручка нифига не открывается. Во всем остальном она идеальна. Итак, этот звук. Да. В общем, я чуть-чуть подотвык, потому что не мог выехать нормально, покататься на машине. В связи с тем, что до сих пор не поставил машину на номера, а вчера вышел закон. Те, кто не успел поставить на учет, могут пока что не ставить, потому что в связи с карантином не работают никакие станции. Скоро мы будем у ребят, и я все сниму. А я думал, заедут пацаны для меня взять покушать или нет. Смотри, а, смотри. Конечно, взяли, ты чё? Сказал, но мы все равно взяли. Приятного, брат. Спасибо.
Приехали. Вот стоят. Раз, два, три, четыре. Брат, у всех черная, ты такой отличился, да? Молодец, брат мой. Алам, брат. Все ребята, кто сами трудом, талантом добились всего, и посмотрите просто сейчас у всех, что за тачки. Раздаем вещи. Брат, ты можешь сесть на нее, понял? Ты куда-то улетаешь на гастроли, у тебя большой чемодан, блядь. Не, ну большой чемодан сюда вмещается. Ну кроме него ничего больше не вмещается. Как жалко, что эту половину вырежу и замату. А судя по тому, как мы будем сейчас общаться, все вырежу. Брат, итак, сколько стоят твои кроссовки? Ну это Off-White. Коллаборация с Prada. Так. Штаны, значит, блядь. Balenciaga. Коллаборация с Макдональдсом. Кстати, да, у тебя же нюха через пару дней. Как тебе подарок? Если хотите духи подарить, просто приезжайте без подарка. Брат, тебе нужно дорогие подарки делать, да? Мне нужны эксклюзивные подарки. Они могут быть дорогими. Это как? Ну, это типа, блядь, коллаборация Off-White с Макдональдсом. А зачем ты эти этикетку? А я, блядь, чтобы... Термит за него платит, под мастер. Да, блядь, сейчас такое время, что 14 тысяч рублей, что, блядь, на дороге не где можно поссать? Я тебя уверяю, брат, каждый, кто будет смотреть твой влог, он ходит в туалет, это нормально. И 99% из них ругаются матом. А ты думаешь, что? Что вот так это что? Да вот душу макал, да на вои сделал. Баба, на самом деле, а это сделал я, брат. Ой-ой-ой-ой-ой. Все слишком серьезно. Я не знаю, как мы будем снимать, потому что там лютая грязь. А чуешь? Все в сборе. Сейчас у нас будет самая жесткая трасса. Если как бы все бок перевернуться, самое главное. Только бок. Погнали! Привет. Один из нас перевернулся. Буквально 5 минут прошло, и один из нас перевернулся. Это экстремальный вид спорта. Жара. Мне показалось, кубарем полетел. Ой. Не, я просто начал поправлять шлем. У меня руль вывернулся. Он вот так, ну, ты сзади. Жестко. На квадроциклах не так легко кататься, как кажется. Забиваются ноги, руки. Вот. И хочется пить. Давай, брат, давай, 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 давай. Хорош. Хорош. Вот так отдыхаем в наших шлыках. Пристегнули лебедку. Давай. УАЗик, короче, вообще не почувствовал эту тему. Если что, у нас будет вытаскивать. Погнали домой. Как это было? На диване? Мы добрались. Посмотрите. Это было очень круто. Короче, да, это было кайфово. Теперь покажу вам свою белую майку. Чистая, идеальная. За 2 минуты я хочу сказать, что мы сегодня классно покатались на квадриках. Нас пригласила Мин. Тена И, Камали, Наваи, Эллаи, Бахти и Эльман. В общем, было кайфово. Да. А этот парень, что? Называйте меня Пафос. Вообще, Эльман желтого цвета должен быть, так, на секундочку. Кстати, а ты должен быть голубого цвета. На самом деле, он очень сильно боится заболеть этой болезнью. Я? Я по***у. Всем привет. Мы едем на концерт в Попка студию. Сейчас я вам включу новый трек, который я вчера записывал. Я не знаю, что там будет, потому что я уснул прям на клавиатуре. Доме музыка летает, тает, атмосфера вокруг тает, я благовоний головы дурманил. Только не хватает тебе быть рассветай, выкинь сигарету, давай растем, вся уже согрета тело. Классная песня. Андрю, ты гений. Мы сейчас едем на мой первый онлайн-концерт сольный. И вы посмотрите в окно, сядьте поудобнее, откиньте на спинчу кресло и смотрите скайп. Ой, не получилось. Итак, друзья, мы находимся на репетиции. Как скоро ты появился будет... здесь сразу? Ребята, давайте, давайте, телепортуйся. Да, друзья, концерт слушай. Сегодня мы будем отжигать на око. Приехали все мои братья. Специально для вас, дорогие зрители влога. Сейчас настроимся, споем вам какую-нибудь песню. Первый будет Билли Айлиш. На слабо берет. Okay.
понравилось. Приятного просмотра тем, кто не смотрел, ну а те, кто посмотрел, пишите в комментариях, как вам концерт. Андрю, как проснулся-то? Не приехал. О май. А теперь на Эльмана посмотрите. Итак, у нас осталось 20 минут до концерта. Как обычно, вот это вот. У меня все выступления живые, но этот именно с инструментами, с гитарой, с басистом. Я крикуха британец. Костя, наш гитарист крутой, который нам прописал очень много треков, в том числе «Мадам», «Камин», «Жозефина», наши клавиши. Эльман снял кроссовки Луи Виттон, потому что они ему неудобны. Самые нормальные кроссовки — это Nike. Самый талантливый. Андро! Привет, старший брат. Сколько они знакомы? Скажи правду. 2.5 года. Я с Андро знаком чуть больше 4. И это продюсер Равы. У нас закончился концерт! Всем большое спасибо. Спасибо. Как ты снимаешь, мне интересно. Да я не снимаю. Что это было? Так надо снимать, что ли? Спасибо всем, кто смотрел. Сегодня мы были на площадке, пели для вас. Пели для всех, кто сидит дома. Мы ждем вас на своих концертах, когда все это закончится. Называй меня босс. Так удобнее, да? Вы смотрите Раву. Это его тур. Начинается тур Равы. Рава! Все, это начало блога, понял? Собираемся двинуть в горы. This is style, boom. Да, поднимемся в горы, посмотрим, что там за движуха майкопская. Сейчас я посоревнуюсь с мастерами по стрельбе в тир. А здесь аккуратно, не сорвись. И такой, лети, снип, такой. Семейное фото, пожалуйста. Да, нормально, подстрелю. Мы в горах Майкопа. Братья, пойдемте, это только начало. С нами приехали ребята с охраны. Я вызвал на батл, сейчас будем в тире стрелять. Рава против Илюхи, короче, смотрите. Сейчас мы ему сделаем. Итак, ну сейчас я, сейчас. Главное попасть в источник. Вау! Потеет ладони, Илюха? Потеет ладони, а? Он даже не понимает, о чем речь. Три из пяти. Ничего, три из пяти. Молодец. А? Все. Да не, ему, который слева вот идет, поставь. Поменьше. Все выбрал, ладно? Позарано. Что это такое? Ты слепой ниндзя, брат. Хорош. Отлично, девятка. Я понял. Десяточка, брат, это видно? У меня тоже есть камера. Ничего не было. Дальше. Палец. И вот этот палец такой. Берете. Наоборот. Это, да, это будет. Киев, привет! Привет! Короче, Киев. Майкоп, вчера у нас был выходной. Вчера была клевая банька. Все простыли. Спасибо баньке за это. Сегодня мы отправляемся в Ставрополь. Сегодня мы будем выступать в цирке. И как раз мне в школе всегда говорили, цирк уехал, а клоун остался. Вот это было про меня в школе. Завтра будет Нальчик. И после Нальчика мы приезжаем в родной мой город Ростов.
Скоро Ростов! Подзвон дождя. Впервые. Мы сегодня в роли зверей. Ладно, мы в цирке, короче, выступаем. Это для нас в новинку, поэтому мы будем так крутиться и махать. Прикольно, как будто в стадионе, да? Все, мы приехали, получается, мы сейчас в цирке будем снимать годный контент. Погнали. Что? Это афро-трэп? Просто танцевали. Все, короче, сейчас снимем все, что происходит за пределами концертного зала. Думаю, будет интересно. И, короче, с меня херовый блогер, так что кому не нравится, я понравлюсь потом. Что, ждете? Конечно. Как негромко. Мы сейчас пройдем. Ой, блядь. Мы сейчас пройдем за сценой. Я буду на трибунах и оттуда начну выть, как волк. И начинается. Я вдохну и спокойно улечу. Адреналин наш, да, наш с тобой финал. Я тебя нашел, я тебя нашел. Наш с тобой адреналин. Дороги в стенах, долгий визг. Визг, виски бармен это бездна, бенефис. Сердце, будешь ли моей? Сможешь ли ты растопить я железное во мне? Скажи мне, что ты ждешь, заходи. Жизнь мою дуня, ты пролети сквозь туман до меня.